На старте шестерка Делориан. Против нее решил выступить сам босс. Босс это как этот. Та-ра-ра-дам. Вот это будет, по-моему, нереально пробить. Привет, Димон! Привет! Да опять! Как у тебя сегодня настроение? Отлично! Что у нас сегодня происходит? Преступники ограбили банк. Да ты что, и кто же их будет ловить? Полиция! Полиция! Круто! Полис! Полис, да. Здесь у нас полицейский участок, в котором работают и служат только самые лучшие полицейские, и да? И спецназы. И спецназы, да. Скажи мне, пожалуйста, кого мы направляем на поимку преступников? Какие тачки? Вот эти 7 машин. Вот эти 7 машин, это только самые лучшие экипажи будут ловить наших преступников. Вот они здесь стоят. Всякие лады, там УАЗы. Да, только отечественные машинки, лады, УАЗы и шестерка, да? Да. А злостные преступники, которые ограбили банк, уходят от полиции на вот этих вот крутейших тюнингованных тачках. Их босс, Лада Калина, строит различные препятствия для того, чтобы полиция не смогла поймать их, да? Да. Преступники узнали о том, что полицейские будут выезжать из своего гаража вот по этой вот узкой-узкой трассе, с которой никуда нельзя свернуть. И они решили ставить полицейским блок на дороге, чтобы они не смогли догнать их босса. Ну что, давай уже начнем гонки? Пап, ты забыл определиться, кем мы будем. А, точно! Мы же не определились, за кого болеешь ты и за кого болею я. Окей, ты за какую команду будешь? Я за полицию. Так, Димон, значит, у нас представляет полицию. Он будет запускать полицейских и пытаться поймать преступников, которые только что ограбили банк. А я буду выставлять блоки, вот эти вот машинки. Это все мои соратники. Я буду ставить полицейским различные препоны на дороге. Ну что, начнем? Да. Все, погнали. Погнали. Правила в нашей битве простые. У нас есть серый квадрат. Машинка полицейская должна пробить блокаду и выехать за этот серый квадрат. Если полицейская машинка смогла выехать за квадрат на колесах, что очень важно, значит победили полицейские. Если машинка не выехала за квадрат или выехала, вылетела за квадрат, но перевернувшись, значит выиграли преступники. Первый участник. Кто едет от полиции первым? Лада Веста. Лада Веста. Лада Веста на старте. Окей. Против Лады Весты я поставлю... Ну, я давай сразу поставлю вот эту вот... Вот эту вот мою любимую четверку. Итак. Четверка поставила блокаду. Преступники ждут. Ну что, готов? Да. Итак. 3, 2, 1. Вперед. Преступники победили! Веста вылетела, но она перевернулась кверх ногами, так что... Один-ноль, преступники впереди. Итак, второй раунд. Кого выставляешь на второй раунд? Вот эту. Кто это? Десятка? Окей, десятка, а я против тебя ставлю... Против десятки я выставляю восьмерку! Нашу зеленую яркую восьмерку. Ну что, готов? Да. Ты же сказал, что не любишь десятку. Я не люблю десятку, и она сейчас проиграет, ты понял? Ну я тебя ее натравлю. Ну давай, давай, посмотрим, давай. 3, 2, 1, вперед. А, черт! Она победила. Как бы это было ни странно, но десятка выбила мою восьмерку. Черт возьми! И счет 1-1. Нашего победителя отправляем на пьедестал подсчета. Так, выставляй свою следующую тачку. Кого ты поставишь? Ты хорош уже танец победителя нам тут устраивать. Давай, следующий, кто будет? Давай, я вот Гранту. Гранту ставишь? О, ну-ка дай. Лада Гранта. Там, наверное, едет какой-нибудь капитан. Давай, садись. Нет, там едет мой везунчик. Твой везунчик? Окей, хорошо. Раз у тебя везунчик, я он против... У меня всегда... ему всегда везет. Знаешь, что я сделаю против Гранты? Я выставлю тоже Гранту.
Гранта против Гранты. Гранта против Гранты. Только у меня тут стоит крутейшая Гранта, а у тебя какая-то полицейская Гранта. Так что... Но она у меня гораздо красивее твоей. Красивее? Но она у меня чуть покруче выглядит. Ну все, давай. Крутая Гранта против не очень крутой Гранты. Согласен? 3, 2, 1. Пуск. Ой-ой-ой. Пуск. Не выехала, я победил! И счет становится 2-1 в мою пользу! Гранта молодец! Гранта красавчик вообще! Хорош! Полицейская Гранта отправляется к проигравшим в отстойник. И там их окружают преступники. Да что ж такое-то? Вот так вот, все, тут преступники держат, чтобы они никуда не уехали. Ну ладно, я назову невезунчик. Невезунчик, окей. Невезунчик, какая машина поедет следующей? УАЗ. УАЗик? Ну-ка, дай-ка мне его заценить. Он же джип. Он же джип. Слушай, ну против УАЗика надо ставить что-то сложное. Так, давай, держи. Ну у тебя ничего нет сложного, чтобы пробить вот эту вот громилу. Сейчас посмотрим. Преступники прознали, что полиция решила выставить целый УАЗик против них, поэтому мы выставляем вот такой вот Dodge Ice Charger тяжеленный. А с этой стороны мы ставим вот такую вот Ниву из Форсаж 8. Из фильма Форсаж 8. Попробуй-ка, пробей. Ну что, готов? У меня две такие громилы. Готов, громила. У меня, кстати, тоже Нива. У тебя тоже Нива есть? Да. Ну вот в следующем раунде мы посмотрим, на что она способна. Итак, новый заезд. 3, 2, 1. Нива моя улетела, вообще перевернулась. Ice Charger тоже вылетел, но мы смогли остановить твоего УАЗика, и он не выехал за круг, и ты проиграл! Итого, счет становится до куда? Стоять! Итого, счет становится. Полиция проигрывает со счетом 1-3. Чуть зубы себе не выбил. Полиция конкретно проигрывает. Тебе нужно что-то делать срочно, ловить преступников. Давай, кого еще ты ставишь? Еще один джип. Еще один джип. Это у нас Нива. На старте Нива. Против Нивы я ставлю вот эту вот побитую Гранту. Ее очень сложно сдвинуть с места, потому что у нее колеса не крутятся и вообще с ней ничего нельзя сделать практически. Но я ее разобью, потому что у меня джип. Посмотрим. А у тебя всего лишь машинка. Все, давай, поехали. Хорошо, что она разбита. Давай. 3, 2, 1, пуск. Он вылетел за квадрат, но он перевернулся. А по нашим правилам, это значит, что ты опять проиграл. Преступникам уже практически удалось уйти, так что... Ниву перевертыш отправляем в отстойник. Ничего, у меня зато есть скорая помощь, ее можно полечить. Скорая помощь есть? Да. Ну да. Ладно, а у нас нету. У нас нету. У нас осталось всего 2 претендента на победу. Это у нас осталось там Приора и шестерка. Я ее не шестеркой называю. А как? Увидишь на последнем раунде. Хорошо, то есть сейчас ты ставишь Приору? Да. Давай. Так, Приора на старте против Приоры я выставлю. Ой-ой-ой! Фальшстарт! Что-то она как-то уже не приготовилась. Против твоей Приоры я ставлю очень крутых соперников. Это вот такая вот шестерка. Космос. И наш знаменитый Бэпан. Пятнашка. Готов? Да. Все, преступники стоят. Давай. 3, 2, 1. Пусть.
Да, и снова она не смогла выехать, так что... Что ж такое? Так что в этот раз преступники снова смогли задержать преследующую их приору, и вновь счет становится в пользу преступников. Отправляем ее в отстойник. Ну что, у тебя осталась только шестерка, твоя последняя надежда. Я ее называю не шестерка. А как? Делориан. Почему Делориан? Потому что у меня тоже четыре фары, как у Делориан. Хорошо, логика. Они у нее круглые. Логика железная. Окей, на старте шестерка Делориан. Против нее решил выступить сам босс. Босс это как этот. Та-ра-ра-дам. Вот это будет, по-моему, нереально пробить. Так, ну давай, чтобы было чуть-чуть легче, мы сделаем так. Как же мы сделаем? Мы сделаем вот такую вот конструкцию. Босс наехал на своего подчиненного и стоит, ждет тебя. Все честно, давай, поехали. 3, 2, 1, пуск. Ты смотри, она совсем чуть-чуть не смогла проехать. Но зато она разбила эти две машины. Ну что, может быть, шестерки засчитаем победу? Да! Потому что она, смотри, ну ладно, она не выехала. Ладно, ладно. Но все равно, шестерка крутая. Она пробила две машинки и почти выехала. Засчитываем тебе победу, шестерки. Ну что, после всех наших заездов ДПСные машинки проигрывают преступникам во главе вот с этим вот боссом. Удалось уйти, мы отправляем шестерку к победителям, ладно уж. И счет по итогу наших заездов получается 5-2. 5-2 в пользу преступников. Вы в этот раз, сударь, проиграли. Но в следующий раз я буду преступником. Хорошо, это были наши вот такие вот классные гонки «Полиция против преступников». Друзья, пожалуйста, напишите нам в комментариях, как вы считаете, крутые у нас получились гонки? Да. Или не очень? А еще очень важный вопрос. Хотели бы вы увидеть ответный бой, когда полиция будет ставить блоки нашим вот этим вот машинам преступников? Если вы хотите увидеть такое видео, обязательно пишите, ставьте лайки, и мы для вас его снимем, да? Да. Ну что, на этом на сегодня все. А ты подписался на канал Рыжий Кот? Обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить ничего интересного. Все, на этом все. Всем пока. А еще у нас есть Инстаграм и группа ВКонтакте. И скоро розыгрыш на 100 000 подписчиков уже будет.